Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже обогнал «Дельту» по распространенности в Ставропольском крае. Этот штамм является наиболее заразным не только для взрослых, но и для детей. В связи с этим в нашем регионе вводятся ограничительные меры в образовательных учреждениях. Если фиксируется случай заболевания у детей коронавирусной инфекцией, в школу направляется предписание Роспотребнадзора, в котором указывается, какой класс в какие сроки должен быть закрыто. Мы все понимаем, что это вынужденная мера, и необходимо четко следовать тому, что нам предписывает Роспотребнадзор. Поэтому директор школы совместно с классным руководителем и учителями-предметниками принимают наиболее удобный формат обучения. В случае перехода школ на удаленное обучение никаких проблем возникнуть не должно, поскольку во всех образовательных учреждениях нашего края имеется необходимое техническое оснащение. Кроме того, даже продуман индивидуальный план для тех детей, у которых нет доступа к интернету. Есть у нас 100% обеспеченность интернетом в школах и наличие техники в образовательных организациях, но далеко не у всех детей имеются ноутбуки или планшеты. В этой связи школа может принять решение об обучении с использованием учебников. Индивидуальный учебный план утверждается в школе, меняется расписание. Естественно, расписание звонков для того, чтобы учебный процесс был организован по возможности без ущерба для качества образования. Закрывать образовательные учреждения на карантин пока что не собираются. Но в ближайшее время этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Никита Лукьянченко, Илья Панкратов, АТВ Ставрополь.